Доброе утречко. Сегодня у меня снова переезд. На этот раз в маленькую деревеньку или может быть городок Нонг-Кьяв на берегу реки Ао-Анг. Что я знаю об этом городке? По интернету, что он находится вот возле этой реки, разделен этой рекой на две части, и вокруг него находится очень много горных вершин. Похож город на Ван Вьенг, но судя из интернета, он менее туристически раскручен. Там я проведу 7 ночей. Дорога туда недалекая, всего 80 километров от Луанг-Пхарабанга. Билет я уже имею на руках. Пообещали, что в 9 утра меня заберут из отеля. Ну и, как всегда, лаосский сервис. Из отеля забирают, но в отель, в том месте, куда приезжаешь, не доставляют. Дают заработать местным таксистам. Такие вот дела. Так что посмотрим, какие достопримечательности ждут нас впереди. 9 января в 9 часов утра действительно подошла вот такая вот маршрутка тук-тук, которая перевезла нас к основному автобусу. Этот автобус оказался локальным, то есть местным, и вначале было еще более-менее комфортно в нем сидеть, но спустя несколько часов получились шпроты в банке. Цена билета составила 80 тысяч кип. Съемки не получились. Сидел на самом заднем сиденье. Неистово трясло. Окна были грязнющие. Это пример того, какие съемки. И прибыли мы в Нонг-Кьяв приблизительно в 2 часа дня. Итак, у меня вот такие вот хоромы. Здесь уже вентилятор, кровать. Сейчас вам покажу. Ванная. Вот такая вот. Здесь я проведу 7 ночей. И все это обошлось мне в 70 долларов. Так, и панорама. По факту мне здесь так понравилось, что я взял 10 ночей. И все это обошлось мне 100 долларов, то есть одна ночь 10 долларов. А эти виды — это мой бонус. Их я вижу каждый день прямо со своего балкона. Сегодня утро 10 января. И в связи с тем, что ночью шел дождь и сейчас он также моросит, я решил пойти к карстовым пещерам. Дорога к ним продолжительностью где-то 3 километра. Это нужно идти, получается, где-то около получаса. Вот это поворот на смотровую площадку, кстати. Но туда подниматься сегодня опасно, так как нужно идти через джунгли, а дождь, и значит все кругом мокро. Поэтому мы продолжим путь к нашим карстовым пещерам. Вдоль дороги к карстовым пещерам есть несколько вот таких вот искусственно сделанных источников. Здесь вы можете попить воды, если не боитесь, ну а также помыть ноги, потому что дорога местами очень и очень запущена. Сплошная глина, поэтому периодически ноги все-таки придется вам мыть. В дороге вам скучать не придется точно, потому что панорамные виды просто ошеломляющие. С обеих сторон огромные горы, некоторые вершины покрыты туманом, и эти горы сплошь покрыты джунглями. Выглядит очень красиво. Камера этого, конечно же, не передает, но поверьте на слово. Или же приезжайте сюда и увидите все воочию, конечно же.
карстным пещерам нужно обязательно идти утром, потому что вот этот весь туман к обеду рассеивается, и виды уже не такие сказочные. А вот этот маленький гостевой дом предлагает в качестве опции даже огромный бассейн. Так как я самостоятельный турист, то я привык немножко периодически сходить с дороги и ходить неведанными тропами. Вот и сейчас я немножко сошел с пути, отошел немножко в сторону, и виды совсем иные. Эта тропа вела через джунгли и вскоре вывела меня на очень красивую поляну. Страшно ли ходить через такие вот тропы? Ну, конечно же, страшно, но очень любопытно. Вы только посмотрите, какие бесплатные виды я нашел. Этими видами здесь можно любоваться буквально часами, и совсем не становится скучно. Лайфхак. Идете по направлению к карстным пещерам, вот видите такой вот переход, смело по нему, только осторожно, тропиночка скользкая, и перед вами будут те панорамные виды, которые я только что снимал. А я пока что продолжу путь к карстным пещерам. Из-за таких вот просто ошеломляющих видов дорога у меня заняла вместо полчаса полтора, и я этого даже не заметил. Здесь я снова нашел тропиночку, которая вела к речушке, и я смело потопал по этой тропинке.
Правда, здесь, недалеко от меня, метров в 10 буквально, что-то свалилось с дерева, дерево зашаталось. Я чуть не навалил в штаны, но, набравшись смелости, все-таки пошел дальше. И ведь не зря же я сюда пришел. Красиво ведь? Ну а это снова главная дорога, ведущая к карстовым пещерам. Ну а это красненький такой и есть поворот к карстовой пещере, которая находится вот этой вот горе. Для туристов возвели помост из бамбука, правда он очень скользкий. А как вам информативный указатель? Каждый сможет увидеть, где эти пещеры. Помосток к пещерам открывается вот такой вот красивый вид. А вот обратите внимание, это и есть вход в пещеры. Цена билета 10 тысяч кьят. Мостик шаткий, будьте осторожны, вот сейчас прошел дождь, и он к тому же еще и очень скользкий. Цена билета 10 тысяч кип, извиняюсь. Кьяты — это бирманская валюта. Это вариант тайландских пещер в Краби. Пойдем сейчас посмотрим, что же там внутри. Возможно, нужно будет воспользоваться электричеством, которое я с собой взял. Сегодня я здесь первый. Повезло. Маленький трекинг. Карстовая пещера. Поднимаемся дальше. Ищем вид
панорамный, очень красивый. Открывается здесь немножко по пещере. Сейчас я возьму с собой фонарик. Вот так с вами мы еще точно не ходили. Ноги. Есть здесь и выходы. Пещера протяженная, поэтому в некоторых местах свет просто теряется в ее глубинах. Сталактиты и сталагмиты, правда, в этой пещере обнаружены мной не были. Дальше. Здесь, конечно, кто-то что-то написал. Здесь что-то пишет. Communication Anit. Что это такое, я не знаю. Если вы знаете, скажите мне. Идем. Вот есть такое подобие ступенек. В пещере довольно душно. И у кого боязнь закрытого пространства, лучше сюда, конечно же, не лезть. Что это такое, я тоже не знаю. Что ж поделать, английским я владею плохо. Смотрите, как шикарно. Эта пещера оказалась сквозной, и вскоре я вышел к выходу. Правда, выйти через него не получится, так как под ногами была огромная пропасть. И при этом никаких знаков, указывающих на это, не было. То есть можно и, мягко говоря, и не выражаясь нецензурной лексикой, навернуться. Здесь эта пещера и оканчивается. Так что не забывайте вовремя сделать стоп, иначе последствия могут быть плачевны. Надеюсь, вам понравилось. Конечно же, посмотрим на панораму, которая открывается с пещеры. Почти ничего не видно. Вокруг джунгли.
10 тысяч кип, это получается $1.5 для общего развития, можно и посмотреть. Такой вот панорамный вид с входа-выхода пещеры. Подходя к отелю, увидел такой вот диковинный транспорт. Время было обеднее, и дети возвращались со школы.